Британская полиция опубликовала на официальном сайте три видеозаписи, относящиеся к расследованию дела об отравлении Сергея и Юлии Скрипаль в Солсбери, сообщает РБК. На видео попали двое мужчин, которые внешне напоминают Александра Петрова и Руслана Баширова. По версии официального Лондона, именно они являлись ответственными за отравление Скрипалей. На первом видео мужчины выходят с территории вокзала в Солсбери, на втором они идут вдоль Уилтон-Роуд, на третьем пересекают Фишертон-стрит. Видео датировано 4 марта, в день отравления бывшего полковника ГРУ, проживающего в Лондоне. Собор в Солсбери расположен к юго-востоку от здания железнодорожного вокзала. Дом Скрипаля находится в противоположном направлении, на холме к северо-западу от вокзала. Полиция отмечает, что Баширов и Петров прибыли в Солсбери в 11:48 по местному времени. Первое видео снято спустя 10 минут после этого. Мужчины, похожие на Петрова и Баширова, проходят мимо автозаправки по Уилтон-Роуд, неподалеку от дома Скрипаля, пишет полиция. При этом, согласно картам со спутников, необычная разметка, нанесенная возле автозаправки, находится к западу от железнодорожного вокзала, то есть противоположным от центра города и собора направлении, и до дома Скрипаля от нее примерно 20 минут пешком. Последнее видео снято примерно через час в 13:00, утверждают в Скотланд-Ярде. На нем Баширов и Петров идут по мосту. Он расположен к востоку от вокзала и на пути в собор. На этих кадрах мост через небольшую речку Эйвон. Россияне идут по направлению от собора. Каким маршрутом прошли россияне от заправки неподалеку от дома Скрипаля до моста, полиция не сообщает. В сентябре британские правоохранители сообщали, что главные подозреваемые в отравлении Сергея Скрипаля и его дочери Юлии предположительно являются офицеры российской военной разведки Александр Петров и Руслан Баширов. Президент России Владимир Путин, комментируя предположение, заявил, что подозреваемые россияне являются гражданскими лицами. В октябре издания The Insider и Bellingcat писали, что под именем Баширова скрывается герой России, полковник Анатолий Чепига, а настоящее имя Петрова – Александр Мишкин, который является военным врачом, а также носит звание Героя России.